Всем привет, с вами снова Исито, и сегодня будут в битве два великих джедая. Это Энакин Скайуокер и Люк Скайуокер. Да, Энакин Скайуокер Дарт Вейдером стал. Но что бы было, если бы Энакин Скайуокер не стал Дарт Вейдером и вышел в бой с своим сыном? Да, он бы не вышел в бой с ним, потому что он его не сын. Но они бы подрались просто, чтобы узнать, кто сильнее. Просто как тренировка. Кто бы тогда победил? Если сказать о Люке Скайуокере, он считается самым сильным джедаем в галактике. Да, Люк Скайуокер победил Дарт Вейдера. Но кто знает, может он не победит Энакина Скайуокера. Люк является учеником Йоды и Оби-Вана Кеноби. И он готов на все, чтобы спасти джедаев. Энакин Скайуокер тоже такой же. Он тоже ученик Оби-Вана Кеноби и Квай-Гон Джина. В душе Энакина есть немного злости. Но он на все готов, чтобы спасти джедаев. По-моему, в этом битве победил бы Энакин Скайуокер, как он был избранным джедаем. Но Люк бы проиграл. Но это же просто тренировка, а не насмерть. Вот так бы лучше бы закончился фильм. Не стал бы Энакин никаким Дартом Вейдером. Не умер бы. Не сражался бы Люк с Вейдером насмерть. Не убил бы его. Все было бы хорошо. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. С вами был снова Исито. Всем пока.